В Екатеринбурге продолжает свое пребывание Чимеевская икона Божьей Матери. Чтимый чудотворный образ столицы небесной прибыл в столицу Среднего Урала из Курганской епархии. Всего несколько дней. Лишь до 15 февраля перед святыней можно помолиться в Свято-Троицком кафедральном соборе. По преданию, Чимеевскую икону в конце 17 века обнаружили плывущей по реке неподалеку от села Чимеево в Курганской области. Образ вынули из воды, принесли в местный храм, где разместили среди других святынь. Вскоре Дом Божий был уничтожен пожаром, однако хранившийся в церкви образ в огне не пострадал, только лишь потемнела доска. Весть о чудесном явлении Чимеевской Казанской иконы Божьей Матери быстро распространилась по всей округе и далеко за ее пределами. Удивляло не только явление святыни как таковой, люди получали просимое в молитвах Матери Божией перед ее ликом. Множество паломников с тех самых пор приходят на поклонение святому образу, веря, что молитва у Чимеевской иконы Божьей Матери избавляет от озлобленности, недоверия, помогает преодолеть немощи и болезни. Чимеевская икона Божьей Матери – это одна из первых святынь здешних мест Уральской земли. Можно сказать, что именно с нее началось освящение и просвещение этих краев. Святость этой иконы очевидна. Многие-многие люди получали исцеление и утешение, молясь возле этого образа. И очень приятно, что в эти дни каждый из жителей Екатеринбурга и гостей нашего города могут помолиться и попросить о чем-то своем. Я себе дала за рук, что я... Сын у меня после тяжелого лечения, и я должна обойти все церкви в нашем городе, чтобы помолиться за его здоровье. И пришла сюда, чтобы помолиться и попросить здоровья для своего сына. Об иконе я узнал. Слушаю приемник радиоканал «Союз» и узнала. Она уже у нас раньше была, ну и решила отдать честь. Помолиться. Ощущение легкости такое, необъяснимое такое, вот, легкость. Как, понимаете, как все вот уходит, какие-то вот, какие-то были до этого мысли такие суетные, житейские. Все куда-то уходит, и вот легкость такая, возвышенность. На душе хорошо. Редкая возможность почтить древнюю святыню есть у уральцев в эти дни. Спешите в Свято-Троицкий кафедральный собор, пока еще есть возможность молиться перед святым образом Божьей Матери. Чимеевская икона будет находиться здесь по 15 февраля.